Привет! Сейчас 7 февраля, холодно, зима, Питер. Я попросил этого молодого человека приехать в Санкт-Петербург, культурную столицу Российской Федерации. Красивейший город, красивейшие ланы и красивейшие эмоции. Они могут быть только с лучшими игроками этой страны. Это Фандер, которого я прокачивал, помните когда? А вот и флешбеки. Ты в курсе то, что мы начали собирать состав тебе? Да, это он самый? Да. Класс. Ребят, я прокачиваю ПК Челику. У которого свое море. Смотри, что-то кушается, что-то кушается. Это максимально незрелищно. Курочки. Польза, красота, позитив. Мне настолько непривычно смотреть на эту картинку. Она очень крутая. Всем привет, ребят. Привет. Здорово, да. Мы только что поздоровались, мы так не здоровались до этого, чтобы было бы реалистично все. Это чай. Привет. Да. Где-то я его видел уже. А вот и флешбэк. На паре сижу, лабы пишу, да, и ты такой пишешь, типа. Чувак, го прокачку. FPS 150, короче, стабильно на дейме, 150. Короче, ну все, закрывай глаза. Открывай, чувак, смотри, это комп. Новый комп, да. Ребята, которых я прокачивал, ребята, которые сейчас мне выиграют деньги. Я инвестировал в этих ребят. И прямо сейчас мы впервые, надеюсь, выиграем. Ребят, я участвую в ланах уже 6-й раз, наверное, в Питере. Я один раз выходил из группы, и все. Я же не зря прокачивал. Нет, ты первое место занял. Я занял первое место один раз, но тогда был имба. У меня там имба состав был, поэтому это не считается. Там кто там у меня был? Жесткий вроде. Сейчас жестких нет, поэтому постараемся выиграть. Кстати, очень плохие новости. Как вы знаете, этот турнир работает миксом, то есть мы собираемся втроем, и к нам добавляется плюс 2 игрока. И чтобы вы понимали, это рандом. Как повезет. Получилось так, что нам попался один третий левел фейсита, а второй вообще без фейсита. И еще самое худшее, что может быть в этом мире, я сейчас зашел и увидел, он тренируется не на Сабишоке, не на каких-то других проектах, он тренируется на десматче от Valve. Мне кажется, это уже определенный диагноз о том, что еще рано идти на ланы, дружище. Ладно, я надеюсь, ты не оскорбился, может быть, ты сыграешь лучше меня, возможно. А это сделать не очень-то и сложно. Ладно, все, сейчас пойду познакомлю вас с командой, потому что я сам еще не знакомился. Погнали. Поехали. А, стой, подожди. Можешь вернуть камеру? Я забыл попросить лайки. Можно? Не-не-не, должно было быть одним дублем. Ладно, это тоже пусть один будет дубль. Ребят, спасибо за лайки. Давайте наберем под этим роликом 28 тысяч лайков. Почему 28? Почему? Не знаю. Пойдем. А сейчас рубрика «Что в моей сумочке киберспортсмена молодого?». Первым делом камера, которая будет снимать постоянно меня в ОБС. Для нее штатив, коврик Logitech, клавиатура Logitech, микрофон Rode NT USB. И объясните мне, пожалуйста, зачем они такие длинные провода делают. У меня единственный провод на столе, это будет от микрофона. И он в метров 6, наверное. Наушники Logitech, беспроводные. Как и все девайсы, кстати, это очень удобно. И мышка Logitech. Камлинк, чтобы передавать картинку с камеры, как вебку. Если вы найдете эту штуку, закупайте, пожалуйста, потому что вы будете делать на этом бизнес. Это говно стоит в 2 раза дешевле, чем оно продается в России. Штука, которая подключит мои наушники к компьютеру, мою клавиатуру и мышку. Сейчас я вам покажу, как это все подключается. Обычно в ланах есть возможность подключить в один порт, но есть еще такие клубы, где есть такие USB-шки. Подключайте первый USB, это уже у нас плюс клавиатура, плюс наушники и плюс мышка. Все, теперь у нас есть все девайсы. В этом это и удобство беспроводных девайсов. Осталось просто поставить коврик и начинать тренироваться и настраивать компьютер. Сейчас я протестирую, сколько времени будет занимать установка девайсов. Погнали. Но бывают сложности, потому что здесь не хватает USB-портов. Нужно еще плюс 2, а их здесь нет. Поэтому сейчас нужно обратиться к админу, и он как-то... А, тут есть они. А, вот для чего этому микрофону такой длинный провод. Чтобы подключить. Ребята из Rode NT USB, я знал, что вы знаете, как играют киберспортсмены. Ну, в целом, мы готовы играть.
Сколько заняло? 3 минуты. Здорово. Ты наш тиммейт. А ты тренируешься на серверах Valve. Это как? На серверах Valve лучше не тренироваться, там неправильно. Там 64-й текрет, мы будем играть на 128-м. А плюс там боты играют настоящие. А знаешь про Сабишок? Слышал. Слышал? А что это? Сайт. Сайт. Ну, попробуй там поиграть. Ну, Deathmatch от Valve — это прям ужас. Сейчас будет тест. Новый игрок сможет ли разобраться, где Deathmatch? И как зайти на Deathmatch? Войти через Steam нажимаю. Так. Что будет дальше? Гениально. Сколько секунд прошло? 15. Это ты впервые на этом сайте? Да. Да. Шикарно. Значит, мы делаем реально удобный и простой интерфейс for gaming. И так будет с каждым, кто тренируется на серверах от Valve. Я приду к вам домой, и мы поговорим один на один. Ну, получается, за минуту сколько у тебя фрагов? 5 на 8. Ну, в целом, ладно. Проверять фандеры я не буду. Боты с ботищем. Чай, я тоже чай. Ты сидишь ВКонтакте, да, вместо того, чтобы тренироваться? Я пытаюсь тебе спикать. FPLC когда у тебя будет? Так, ну и наш второй тиммейт, который попался рандомом. Его зовут Фатуна. Привет. 232 фрага ты сделал. Что скажешь про свой скилл? Слушай, скилл... Я не скажу, что он слишком большой, но... Я много демки смотрю, много всего. И просто пробую себя. Это звучит уверенно. Неплохо. А смотри, это, подожди, ты сейчас так играешь? Да. А можешь показать? Это удобно разве? Да, я привык в это. То есть ты не только демку смотришь, но ты еще смотришь, как игроки играют, да? Да. А ты на десматче играл сегодня? Нет. Не? Против, да, этой штуки? Да. Да. Против нас всех. Ладно, желаю удачи, посмотрим, как у нас будет играть. Справа от тебя очень слабый игрок, поэтому потеживай его иногда. Тикаем карты. И у нас капитан Илья Багриев. Отлично, отлично. Как зовут? Хабар меня зовут. Хабар. Окей, они проиграли первую игру, поэтому если мы выигрываем, мы уходим из группы. Не факт. Не факт. Если вы проиграете тем типам, то... А нет, подожди. Да, если мы вам проиграем, то мы выживаем. Вы вылетаете. А мы еще должны сыграть, чтобы выйти из группы, или уже выходим? Если вы сейчас нас выиграете, то вы ЖБ выйдете. ЖБ выйдете, хорошо. ЖБ — это железобетон. Так, ладно. Какая? Что делать? Так, давай на цифа. Первый раз. Одного. Первый ножницы? Да. Раз, два, три. Хорошо. Дальше. Все. Вертига? Раз, два. Правильно, первый. Правильно, первый. Мираж нюк-трейн. Минус. Трейн. Играем в прэнк. Почему? Все вместе, я все раскидаю. Двое. Есть. Двое здесь. Слева какая-то. Я верхний сейчас буду. Такую эко сделаем, на экс забавимся, у них сейчас будут фармилки, а у нас на первом базе типа будет уже калаши и будет нормально. Отошел шок. Сделайте сейчас 3 катак песа, ой, 3 катак зелень сыграйте, один сотку ходит, я верхний положу. Давай. Верхний за один стоит. Получается. Один под девяткой и второй между.
я не слышу, как он упал. Как говорится, камбэки уже были в истории. Будет как самый неудачный Милан. Надо делать контент, все. Это было очень плохо. Я по тебе жму, а ты не умираешь. Илья, ты приехал из Москвы, чтобы сыграть вот так. Ладно, ну, чувак, ну, я не знаю, что произойдет во второй катке, но ничего не лучше, ничего хорошего. Да. Ну, это шансов ноль. Это пизда сложно. Прям. Зачем ты куришь? Да все курят вроде. Все курят вроде? Да. Ты что, как все? Расскажи, пожалуйста, ты это твой первый лан? Да. И как тебе? Тяжело. Да? Ну это бред полный. Ну типа, если что, ролик на последующей катке закончится. Как бы я бы не верил в твою игру, но мы не выиграем следующую. Сложно. Очень сложно. Невозможно играть. Это нереально. Минус трейд. Минус версия. Минус Инферно. Минус Нью. Минус Оверпас. Давай дальше перейдем. Бля, идите контакт бой сделайте, я все раскидаю, пацаны. Контакт бить. Пуш. Скара, по-моему. Первый пошел. Ну это был качественный навал, я считаю. Стесняйте, ставьте. Вот туда его. Поехали. Тачку убили одного, тачку убили. Убили его, капец. Херово! Ну чё, пацаны? Ну давай поиграем, давай, ну. Завершился гребаный турнир. Ребят, я этот ролик, наверное, назову как самый неудачный лан, потому что в моей команде был тип, который, ну, к сожалению, не умеет играть. Ну, именно не умеет играть. Вот так вот получается. Надо ограничения делать, от какого фейса-то играть. Ну, нужно от шестого хоть. Такие вот дела. Но в любом случае, лан был с Фандером, который приехал из Москвы, и с Чаем, который
приехал из, из Питера. Вот такие вот дела. Я надеюсь, что следующий... Я следующий не хочу участвовать, на самом деле. Короче, все очень плохо, и я до сих пор в тильте с этого турнира. Спасибо за просмотр, а мы пойдем тренироваться, потому что... И я надеюсь, что этот чел будет тренироваться, потому что его скилл это... Да, ребят, простите, подкачал. Ладно, слишком, да, мы много его трогаем? А где он, кстати? Он шел, да? Ты знаешь, что прикол? Ты так пальцем на меня показал, типа, этот чел, и я такой сижу, думаю, блин, реально, я подставил. Короче, это конец. Спасибо большое за просмотр. Турнир для нас был неудачным, но я надеюсь, следующий будет удачным, потому что следующий мы планируем сделать 5 на 5. Я, Мэзи, Стейзи, Чай и Фандер, и мы можем сыграть большой турнир 5 на 5, уже без рандома. Поэтому, если вы это ждете, поставьте обязательно лайк, а мы пошли отдыхать и тренироваться, ведь мы мусор. Всем пока.